Здравствуйте! В эфире новости культуры Кировской области. Этот выпуск проведу я, Юлия Шалаева. Сохранить и модернизировать. В Заречной части областного центра завершаются работы по капитальному ремонту Дома культуры. Этот ДК является единственным учреждением культуры клубного типа в микрорайоне, поэтому жители с нетерпением ждут, когда он заработает в полную силу. Репортаж Михаила Конышева. Капитальный ремонт Дома культуры начался в 2005 году с усиления фундамента, так как здание 37-го года постройки с ленточным фундаментом. И, как рассказывают работники ДК, от проезжающих машин все здание ходило ходуном. В 2006-м заменена отопительная система, межэтажные перекрытия, сделана укладка кровли. Финансирование было небольшим, поэтому работы проводились поэтапно. Мы надеемся, что к следующему году, который у нас в стране объявлен годом культуры, мы этот объект запустим. То есть очень бы хотелось, чтобы горожане, в том числе живущие в Заречной части города, увидели здесь не просто дворец культуры, а такой культурно-досуговый центр с красивой прилегающей территорией, с летней эстрадой и, конечно, с обновленным Домом культуры Заречной. В прошлом году проведены работы по замене межэтажных перекрытий, отремонтирован фасад здания. В настоящее время ведутся отделочные работы на первом и втором этажах здания. Совсем скоро начнутся масштабные работы в зрительном зале. Установка освещения, механики, зрительных кресел. На данный момент у нас потрачено на ремонт Дома культуры 20 миллионов. В этом году мы отыграли аукционы на сумму почти 7 миллионов. И сейчас идут внутренние работы ремонтные. И последний аукцион, который у нас проходит 8 июля, значит, мы там будем отыгрывать зрительный зал. Декоративный ремонт зрительного зала. Из-за капитального ремонта более половины помещений Дома культуры, предназначенных для занятий, не функционируют. Но, несмотря на это, в ДК работают кружки и проводятся мероприятия. И совсем скоро этот храм культуры заработает в полную силу. Ученики и педагоги Вятской гуманитарной гимназии уже несколько лет участвуют в восстановлении культурно-исторических мест села Ошеть. Очередная экспедиция завершилась на этой неделе. Об уникальном проекте «Возрождение малой родины земляков» в репортаже Миланы Поварницыной. Увидев раз, до смерти не забыть места, где на Увалах дремлет совы, где начинали братья Васнецовы и рисовать, и родину любить. Живописные места села Ошеть, которое является родовым гнездом Васнецовых, были незаслуженно забыты в советское время. Небольшое село на 50 домов долгое время не вызывало интереса. Новую волну в жизни ошетчан вдохнул волонтерский проект «Возрождение малой родины земляков». Александра Читадзе оказалась среди гимназистов, которые уже второй год облагораживают это место. В прошлом году наш классный руководитель предложил нам просто ради интереса съездить, поработать чуть-чуть. Мы согласились, поехали своей компанией, и после этого начали ездить сюда регулярно, потому что просто влюбились в это место, захотелось помочь действительно людям. Первые гимназисты начали приезжать в село в 2007 году. Потом дело в свои руки взяла администрация Сумского района. Их проект по развитию внутреннего туризма выиграл грант, но реализовывать его было некому. Тогда ребятам и предложили благоустроить территорию вокруг Исаковского ключа, место, где священнослужители брали воду для церковных обрядов. Вот это все выложили мои друзья, вот эту ракушку специально. Мы этот проект сами готовили, еще до этого додумывались. Плюсом, когда мы пришли сюда, здесь было очень много мусора. Мы, как уже было сказано, мы очень много вывезли. Так появился спуск к источнику, а по соседству забил новый ручеек. Ребята обнаружили там мощную природную плиту. Волонтеры проделали за 3 дня огромную работу. Местные жители дали их коллективу название «Возрождение». Но им хотелось большего. И взгляды устремились к собору 17 века. Стараниями юных тимуровцев вокруг храма в стиле вятского барокко появились дорожки. А внутри церкви, где сохранились старинные росписи и уникальные иконы, ребята начали выкладывать пол. А во время последней экспедиции они расчищали фундамент дома, который находился под слоем земли. Род Васнецовых прожил в нем около 250 лет. Сегодня у дома растут цветы, а на пути к вековой липе, которая была посажена Васнецовым, выкошена трава. Здесь вот мы поставили скамейки, то есть мы своими силами доски сами находили даже. Вот гвозди тоже, ничего, в принципе, тут даже никто материалов не дает особых. То есть мы сами вот своими усилиями все находили. Скоро на территории усадьбы появится липовая аллея. Этими тропами будет проходить и туристический маршрут. Отсюда теперь начинается знаменитое Васнецовское кольцо.
Управление культуры администрации города Кирова проводит конкурс на лучшее обустройство территории среди муниципальных учреждений культуры. Цветущие клумбы и детские городки увидел и наш корреспондент Михаил Конышев. В конкурсе принимают участие 18 учреждений культуры и искусства. Мероприятие проводится с целью озеленения и декоративного оформления территории и распространения опыта работы коллективов учреждений культуры в данном направлении. Перед руководителями учреждения поставлена задача, чтобы территория, прилегающая к учреждению, была красивой круглый год, чтобы цвели цветы, начиная с ранней весны, летом, и завершается наш конкурс 31 сентября, когда уже подводятся итоги, когда уже расцветут осенние цветы. Очередным местом посещения комиссии стала детская школа искусств «Элегия» в микрорайоне Коминтерновске. В конкурсе школа принимает участие уже четвертый год и 3 года подряд занимала первое место. Причем весь коллектив с удовольствием занимается озеленением своей прилегающей территории, и дело здесь не в конкурсе. Благоустраивать территорию коллектив начал еще задолго до него. Вообще-то это нам привела бывший директор школы Старостина Галина Викторовна, потому что когда школу сдали, вот с такой большой территории, она начала вот это все озеленение, и весь коллектив, естественно, начался включаться в эту работу. Поэтому мы это все продолжаем и выходим все вместе. Конкурсная комиссия оценит эстетическое оформление внешнего вида и прилегающие территории учреждения, организацию рекламной зоны и использование композиционных оформлений. Лучшие танцевальные коллективы области на одной сцене. В Советске прошел 19-й хореографический конкурс «Шире круг». Подробности у Кирилла Сысолятина. Более 20 коллективов из Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича, Советска, Вятских Полян, Уржума и других городов. На фестивале представлены почти все районы области. Возрастных категорий только 2 – детские коллективы до 16 лет и взрослые. На гала-концерте собраны лучшие номера фестиваля, и дети в исполнении ни в чем не уступают взрослым. Очень радует. Каждый год уровень коллективов в Кировской области растет. Это подтверждает не только областные фестивали, но и всероссийские, где наши коллективы поддерживают, скажем, нашу Кировскую область, показывают свой уровень. И это учеба своего рода. В этом году высшие оценки добились хозяева фестиваля, коллектив «Овация». Они подготовили номера по всем номинациям и в 2 взяли первые места. В основном все основные дома культуры Кировской области, они все-таки имеют свои уже коллективы, уже сложившиеся, и это хорошо. То есть идет рост уже, а не просто собирание коллективов. Ежегодно фестиваль показывает, как изменяются творческие объединения в районах. Кто-то меняет жанр, кто-то предпочитает работать в уже проверенном стиле. По словам организаторов, коллективов народных танцев по-прежнему остается большинство, что всегда было характерно для нашей области. Ансамбль татарской песни «Каяш» из Вятских Полян удачно представил Кировскую область в Чебоксарах на межрегиональном этапе Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы Россия». В номинации «Ансамбль народной песни» «Каяш» получил диплом 2-й степени. На сцене артисты не играли, а проживали жизнь татарского села прежних времен. Его частью были традиционные посиделки девушек с рукоделием. До мельчайших подробностей воссоздан повседневный костюм простых людей. Глухое цветное платье с оборками, количество которых говорило о достатке семьи. Нарядный белый фартук указывал на особенную праздничность события. Татарские посиделки не обходились без внимания батыров. Посиделки были в деревнях. В нашей молодости еще они были. Присутствовали, и поэтому они очень близки. Это все происходило в игровом виде, но, однако, самая главная цель была именно знакомство. И появились пары хорошие и жили очень хорошо, дружно, потому что они уже очень много знали друг друга. «Каяш», что в переводе означает «солнце», сияет на фестивалях национальных культур в Вятских Полянах, Малмыже, Кирове, Самаре и Чебоксарах. Частый гость он и в Татарстане, где за этнографическую ценность хранимого татарского фольклора был отмечен дипломами и грамотами. И на этом у нас все. Напомним, что наша программа выходит при поддержке Управления культуры и администрации города Кирова. Всего доброго и до встречи на канале «Россия Культура» и «Россия-24».